Итак, всем привет, с вами, как обычно, Илья Медведский, да, на следующий видео 23 июня 2016 года. Я решил записать это видео, обзор журнала «Тачки» за шовты 2014 года, за октябрь 2016 года, 2017 года. Так, 19 гривен 10 копеек стоил тогда, ну, тут с молнией какой-то. Так, тут у нас чудово. Провод час с журналом «Тачки». Расфарбуй молнию Маккуин. Так. Так, теперь у нас тут реклама идет. Теперь Льюис и Брюс. Тут про них пишется. Понятно. Так, тут задание есть. Так. Тут тоже есть задание, тут тоже задание. Дальше идет у нас продолжение, я так понял, комикса. Хотя он уже где-то начинался. А, вот, да. Начинается восьмое чудо света. Тут про Мэттер и другие персонажи. Тут комикс, тут задание. Тут Тумбля рисует. Можно потом дальше зарисовать, цвета даются. Дальше Hot Rod, про них пишется. История и так далее. Эмблема. Узнай, какая эмблема прикрасит Hot Rod, молнию Маккуина. Раскрась картинку, соответственно, цветных точек. Так, у нас тут постер. Постер молнии Маккуин. Hot Rod. Так. Вот так. Дальше. Тут у нас задание. Тут колесо. Так. Это вот это мощное задание. Приключения в горах. Тут комикс. Так, теперь тут продолжение. Ну. Так, ключи гвинты. Так, сделай гоночные болиды. Так. Тут что тебе понадобится и так далее. Так, хай-тек интеллект. Тут шнуры радар, задание. Иконы с гвардии. Ну вот. Ответы. В следующем номере диджей, Винго, Сморкач и Пашняк. Я этот номер уже устарел. Дальше просто реклама и все. Вот такой обзор.